Перед початком свята у гомельским дитячим доме гостям пропоновали мини-экскурсию по установе. Зараз тут выховывается 95 детей во возрасте от 3 до 18 годов. Для их створены все умовы для комфортного життя, выхования, развития творчих и спортивных здольностей. Просторные помешкания для отпочинку, спортивная и актовая зала, обсталеванный компьютерный класс, опошнее ноу-хау, укомплектованный сенсорный покой для формирования функциональных и адаптационных здольностей у детей. Полностью укомплектована и открыта новая сенсорная комната, которая рассчитана на воспитанников детского дома и направлена на снятие тревожности, агрессивности, на развитие творческих способностей детей. В сенсорной комнате имеет возможность работать как психолог, так и учитель-дефектолог. Девяти выхованцам гомельского и мазырского дитячих домов были урушены портфели от имя старшини облвыканкама Владимира Дворника. Свои первые ранцы, новенькие, яркие и наполненные самыми необходимыми школьными приладами, дети отримали во урочистой святочной обстановке в рамках масштабной доброчинной акции «Сберем портфель першокласснику». Я собираюсь пойти в первый класс, научусь читать, писать, считать. Мне такой красивый профиль подали, мне так все нравится. На Гомельщині доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» ладится что год. И она дарить радость сотням детей. Одночасово оказывает значную поддержку их школьной экипировке батькам. Нужно сказать, что акция набирает обороты. И к сегодняшнему времени, когда осталось два дня до начала учебного года, уже 1300 семей многодетных получили помощь, а более 700 первоклассников портфели в подарок от всех жителей Гомельского области и руководителей облсполкома, райисполкомов, структурных подразделений организации. Гэтыя прыгожыя, безумоўна патрэбныя падарункі, портфелі са школьнымі прыналежнасцямі дзеці атрымалі з пажаданнямі шчасця, здароўя, поспехаў у вучобе і невычэрпнай энергіі на шляху да ведаў. Пайдём мы дружна в первы клас асеннім ясным днём, а вашы добрыя слова сабой в портфель возьмём. Уроками цяпер буду занімацца. Запрошенные на свято першокласники порадовали присутных своей творчестью. Подчас театрализованной концертной программы дети разом с сказочными персонажами демонстрировали свои веды на конт в учебу в школе, присягнули на верность адукационному процессу, давши клятву першокласника. Меж тем, кроме пригожих портфелей, яны так само отримали импровизованные дипломы с гоноровым званием «Вучень» и приемный солодкий подарунок – святочный торт от имя старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника. Вероника Ворошилина, Валерий Гапань. Телерадиокомпания «Гомель».